Моему дяде Семе 90. Сначала две эпиграммы. Эпиграмма первая. Мой дядя с самых честных правил, хоть и зануда был большой, любить себя он всех заставил, пускай не телом, но душой. А вторая эпиграмма. Семен любви и знаний на всех хватает в нем, рассеивает их по белу свету. Всех зажигает он своим огнем, любую формулу он призовет к ответу. Он саркастичен, он талантлив, он умен. Пусть много лет здоров и счастлив будет он, наш муж, наш папа, дядя, дед и прадед, великий и могучий наш Семен. И вот поэма Семе 90. В маленьком местечке Джурине, что на ридной ныньке Украине, Эзра так мечтал еще о сыне, все мозги проел своей жене. И она согласно зачала, хоть и соглашалась и нечасто, рухала была натурой властной, все же Эзре сына родила. Мальчик получился хоть куда, грудь сосал, как маленький теленок, крепенький, здоровенький ребенок, тьфу-тьфу-тьфу, на долгие года. Маленький пацан наш быстро рос, назван был Семен от слова «семя» в то голодное, лихое время, когда выжить был большой вопрос. Вот ему почти что 8 лет, умница, его в раввины прочат, шутит так, что весь Джурин хохочет, а босяк такой, что спасу нет. Но внезапно страшная беда в жизнь ворвалась черную войною, гетто, окруженная стеною, на груди Давидова звезда. Как он выжил? Трудный разговор. И хотя не стал Семен раввином в лапсердаке, пахшем нафталином, учащим ивритских букв узор, все равно, чему учить детей, грамоте, сложению или торе, но учить их так, чтоб знаний море превратило в стоящих людей. Не возьмешь Семена на испуг, ему, братцы, море по колено, и учить он стал самозабвенно математике, царице всех наук. В Староконстантинове тогда 3 сестры-красотки проживали, среднюю из них Руфиной звали. Ангел Руфа, Семина звезда. Жить всем вместе – это не беда. Сема исхитрился меж уроков, Руфа сына родила по срокам. Мальчик получился хоть куда. Рос он умный, добрый, балагур, и рыбак, как папа, полон страсти. Просто спец – по части рыбьей снасти, ну а также девичьих фигур. Но какая же в семье отрада, если только сын один на всех, и родила Руфа дочку Раду, всем на радость, счастье, добрый смех. Мишенька учиться укатил, лихо завоевывать столицу, Риту встретил и решил жениться, так ее он страстно полюбил. И пошли внучата хоть куда, снова Семе счастье подвалило. Но судьба по-своему решила. Разразилась страшная беда. И в рассвете жизни, полон сил,
Мишка вырван был в миры иные. Не представить нам, друзья родные, как Семен все это пережил. Но Семена жизнь вперед ведет. Внуки, правнуки, такая штука. Страстно учит Сема их наукам, и растет семья из года в год. Без Семена едких эпиграмм, без любовных строк, где сердце млеет, жизнь была бы чуточку беднее и тоскливей, говорю я вам. Сколько добрых и прекрасных дел в память Мишки Сёма дарит людям. Этот жить в квартире теплой будет, тот благодаря ему прозрел. 90 – это не вопрос, просто 9 с ноликом в придачу. Продолжай решать свои задачи и не вешай свой еврейский нос. Пусть же годы длинной чередой, не заметив, мимо пролетают. Пусть твое ворчанье не смолкает, и душа пусть будет молодой. Пусть святая Руфа, ангел твой, от беды всегда тебя укроет. Крылья светлые свои раскроет над твоей распахнутой душой.